Что, друзья, мы снова вместе. Скоро, наверное, год исполнится. Мы все никак не расстанемся. Значит, сегодня много интересного расскажу. Вот. Не хотелось бы начинать о грустном, но я не виноват. Позвонил наш руководитель вот этого технического проекта Сафронов Антон Валерьевич и сказал, ну вот, довырубались до потопа. Вот. Житель Кемеровской области знает про потоп и с чем он связан. Не знает только те, кто должны были предотвратить вот эту вырубку. Значит, небольшой детективный рассказ. Поймите, речь не о нас с вами. Вы, те, кто меня слушает, это как бы... Помните, я вас назвал элитой, и не зря. Вот. А речь о другом. Надо, чтобы это куда-то было понято осознанно, и следующее поколение уже этого не делало, если мы успеем. Если они успеют это. Если они успеют, не делать. Так вот, смотрите, это очень важный разговор, короткий. Я приехал сюда и купил участок в Шушенском районе Красноярского края. Отношусь к поселку Сизая, в скобках Красный хутор. Значит, через несколько лет случилась такая вещь, значит, было очень много снега, поднялась маленькая речушка, она, если на карте смотреть, по-моему, километров 50 всего, горная река Сизая, и поплыли дома, там мимо меня плыли бревна, закатки, я в 10 километрах, вот, закатки с помидорами, с огурцами, страшная картина. Потом берега начали укреплять. Так, вы еще не поняли, к чему я говорю, сейчас поймете. И вроде бы все успокоилось. Проходит еще несколько лет, случилась снова беда, конечно, уже масштабы не те, но с человеческой жертвой. Снова много снегу, половодье. Вот, когда пытался пересечь, прям сюда, рядом мост, но он ремонтировался, и прямо вброд пытался пересечь ее, этот самый, КамАЗ. КамАЗ захлебнулся, шофер выпал, женщина утонула, которая рядом сидела. Страшная трагедия. Здесь результат был еще и глупости. Но все это потом. Вот. Потом, значит, берега окончательно укрепили. Ну, как считали нужным. Еще несколько лет проходит. Вот. А сейчас, внимание, значит, две мощнейшие организации, которые заготавливали дерево-изделие. В общем, там, по-моему, каждые 5 минут из тайги огромные лесовозы привозили лес, который тут же превратился в доски, в дрова и прочее. Причем это была такая интенсивная рубка. В общем, лет 20-30 процветающий поселок, зарплаты, прекрасно себя чувствовали, все это время вырубали. Ну, жертва была. Ну, пускай, а какая разница, шофер с дуру полез вброд. Вот. Сейчас самое главное, я сейчас скажу, попробуйте меня понять правильно. Проходит еще несколько лет, и вот случается, а у нас же малоснежие, помните, сколько раз я подчеркивал? Вот. По щиколотку нормально, по колено, редкий случай, а тут мать, по пояс, это внизу, а в горах там все завалено было снегом. Это случилась супер снежная зима, вот. А уже появилась такая организация, как МЧС. И она забила тревогу. Вот. Всюду призывы, беречься, ждем наводнения. Ну, а база утонула все-таки. То есть там были жертвы, там были и эти. И дома плыли. А у нас, господи, там ручеек-то. Сейчас. Прошу прощения. Продолжаем. Значит, так, случилось того, что ждали страшной беды ждали. Вот сейчас вы поймете, почему я рассказываю, что это детективный рассказ. И очень важный, и очень нужный. Вот. Оба знали бы об этом губернаторы и прочие руководители, давая команду, не бесплатно, конечно, вот это все уничтожить. Так вот, ждали страшной беды.
снова укрепляли берега. А речушка, еще раз говорю, летом переходили в сапогах. Вот. И пришла весна. У нас половодье в июне. Обычно, когда поднимается, сейчас начинает с гор сходить огромная масса воды. Вот, июнь установилась жара, ждали, 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 вода не поднялась. Месяц молчал МЧС, столько денег вытребовали, столько было паники, столько всего, и не случилось. И вот тогда-то я, будучи садоводом, ну, начал это самое больше вникать. И мы еще с вами будем вникать и в жизнь леса, и в жизнь городских растений. Это очень важно. Куда деваться с подводной лодки, которым является наша страна несчастная. И вот объяснили, причем честно объяснили. Да, действительно, ждали половодья, ждали потопа. Да, все, вплоть до человеческих жертв, потому что снегу было как никогда много. А оказывается, как объяснили, снег упал на сухую почву. И сколько бы его ни было, огромные запасы, когда он растаял, почва его впитала, как губка. Да помните это слово, как губка. Почва – это губка. И все, ничего не случилось. Вот. Ну, что сказать. Осенью, то есть уже леса были вырублены, два поселка, два этих самых леспромхоза, черное дело сделали, леса были вырублены. Повезло то, что была абсолютно сухая осень. Абсолютно. Независимо от того, что были уничтожены гигантское количество пойми этой реки, речушки, такой страшной половодье обычно. Вот. Тем не менее, беды не случилось. Это называется, карта так легла. А вот здесь, что вы видите на экране, карта не легла. Вот это вот я специально сделал такой коллаж, как вам нравится. Вот. Погибло 20 с лишним человек. Ну, учитывая, что нас любят скрывать, ну, наверное, человек 50 погибло. Вот. Это умножайте на 2 смело. Это у нас ничего не изменилось в советских временах. У нас самолеты не падали, а сейчас люди не тонут. И вот, значит, я представил себе такую почву, как я ее вижу. Значит, почва – это губка. Деревья, которые мы ни один не имеем права уничтожать, вот, морального права, формально есть. Назвали санитарной рубкой. А что такое санитарная рубка? Значит, сухостой. Значит, он влагу не впитывает. Так вот, любое дерево, ох, всегда бы всех бы до морды бы в экран, любое, трупы, показать бы всех утопленников, прямо заснять бы их в этих самых утопленников, как, в натуральном виде, как они есть в этом, ну, прикрыть немножко, вот, оголенные части, и показать их прямо в морге, вот этой сволочи. Дело в том, что дерево является насосом, оно само состоит, кто не знает, из влаги, я не помню, 70-80-20%, как все живое, оно в основном из влаги состоит. И вот это вот, знаете, сколько влаги вот сейчас? Оно теперь не будет, нет леса, нет, влага освободилась. Вот она освободилась, это раз, вот она. Второе, значит, любое дерево – это насос для перекачки. Вот этот круговорот воды в природе завершается с помощью испарения, но это только часть, и с помощью перекачки, с помощью дерева. Это насос, их нельзя трогать. Вот, а я почему так говорю? Я ненавижу, прям меня злобит, меня это, стискиваю зубы, когда я вижу этих сытых, никому не нужных, бесполезных руководителей Министерства просвещения. Знаете, что должно случиться, когда трупы посчитали? Внезапно, а я это проходил в украинской сельской школе. Вот это вот способ такой есть. Вот. Не классные эти самые, когда приходит кто-то и начинает нам рассказывать, ну тогда про партию правительства, про то, про, вот, это самое. Гагарин через наш военный городок проезжал. Это одно. Здесь другое. Здесь должен быть быстренько, методичку, за 3 дня. Лучше за... Сейчас рубка идет. Вы что думаете, вы арестовали в одном месте, в другом продолжается. Можете не сомневаться. Вот. Куплено на корню все. Так вот, если бы хотя бы было бы это. Вот представьте себе, что школьника, школу, методичка какая угодно, и там учитель приходит и говорит: дети, у нас случилась страшная беда.
показывают несколько таких, сейчас это возможно, технически возможно. Вот. Мы им хотим сказать, дети, берегите природу, вы вырастите, вы никогда не будет этого, что вы видите на экране у вас, с вашим участием, потому что любое дерево, оно растет, оно становится нашим лучшим другом, оно нас спасает от этих катаклизмов. Идет страшное, это не все, по всей стране ураганы, я сейчас ниже покажу, по всей стране ураганы прокатили, страшные, это то, вот здесь. Вы знаете, сколько уже людей погибло? Ведь еще скрывают. Эти деревья, которые не умеют выращивать, людей калечат. Вот что должно быть. Вот. Это на первый случай. А потом подготовить уже со следующего учебного года, лучше с этого, подготовить настоящую учебу. Учебу, которая, как научить детей любить природу. То, о чем мы вот говорим все эти вебинары. Вот о чем, что должно быть. А вы помните это, ужас этот? На следующем вебинаре еще раз вернемся к этому, если я вам еще не надоел. Вот что должно быть. Дети должны знать правду. Во-вторых, дети должны знать, что такое гибель дерева. Вот. Каждый по деревцу и 1,5 миллиона деревьев нету, не считая таких вырубок. Это из художественного фильма. Значит, мне прислал один из друзей. Если вот сюда нажать, там всего 1 минута. Это предсказание было, а фильм 60-х годов. А сам он, можете посмотреть, пронзительный фильм «Русский лес» 63-го года. Вот он. Вот. Просто набирайте в Ютубе, пожалуйста, в Яндексе, в Рамблере, в Гугле, и вот он перед вами. Вот. Вот это предсказание, оно сбылось. Никто за эти трупы не ответит. Почему? Потому что сейчас никто скажет, что вот эти вырубки, ну что, это санитарные вырубки, это больной лес, да, больной, мы спасали, вот спасли. Теперь, следующая тема, ну, она близка к этому. Вот это один из самых больших деревьев на Земле. Впечатляет? Надеюсь, так? А вот это еще одно из самых высоких. Уже сами эти деревья меня шокировали. Вот я не думаю, что это нарисовано. Хотя я это взял в интернете, естественно. Куда мне ездить, смотреть, изучать? Не царское это дело, в смысле, не выездной я, вот, по своим этим материальным достаткам. А вот это замечательно чем? А дело в том, что я однажды, я сейчас скажу еще, ну, такое скромное открытие, у меня они как каждую неделю, ну, каждую неделю. Значит, оно выглядит так, значит, вот такие деревья имеют высоту больше 100 метров. Чтобы поднять туда воду, нужно 10 атмосфер. То, что не имеет права влага туда подниматься, это 100%. То есть 99,999%. Она не может туда подниматься. Не может. Да, нужен могучий насос. Знаете, когда поднимают воду высотные здания, делают еще под эту подписку. То есть подняли до 50 этажа, а потом снова дальше поднимают. Уже по это такими. Потому что невозможно, это давление страшное, а она берет и ползет туда. Ну, я придумал как, я случайно видел кусочек фильма, там обращал внимание на то, что есть несколько десятков версий, а все равно ученые, одно мнение пришли, ну, не может вода подниматься туда. От этого зависит здоровье дерева, но я взял и придумал. Ну, так скромно, как всегда. Во-первых, меня везет всю жизнь. Вот это Сергей Новотный. В то время он был аспирантом МГУ и дружил со мной. Один из организаторов семинара моего в Москве. Вот он после меня побывал, уже после семинара, и уже смотрел моими глазами, в Крыму и в Индии. Вот это Индия. Вот сейчас поймете, к чему. Вот это столбики эти. Можете считать, что это воздушные корни. Можете считать, что это штамбы дополнительные, чтобы дерево не упало. Вот интересно, чего я не знаю, того не знаю. Они сверху вниз растет вот это или снизу вверх. Вот. Но это уже детали. Сам принцип, я понимаю, это уже ближе к истине, да? Кстати, да, отвлекусь. Когда говорю Сергей Новотный, я сразу вспоминаю его это. Он был в Крыму и был в ботаническом саду. И он мне много фотографий прислал, но оттуда не прислал. Там он говорит, был в шоке, говорит, в этом саду ботанический, это значит, что такое ботанический сад? Это все, что можно из всего мира.
И говорит, то тебе так же все увечит, как вы рассказывали. Все так же, калечит, калечит, калечит. А ему это уже глаза режет, на одному из миллионов. Ну ладно, я отвлекся. Внимание, я рассказываю, как туда вода поступает. Вот, это пару минут, а потом по делу уже то, что это. Вот, теперь знают, я пытался объяснить ребенку, как. Этот способ все знают, чтобы бочку не опрокидывать. И тут берешь так, делаешь, или полностью шланг погружаешь в воду, и когда в нем затыкаешь пальцем, когда в нем много воды, полностью это самое, теперь вылится вся бочка. Причем тут это. А сейчас я вам покажу. Значит, вот этот снимок, он очень удачен тем, что мне его прислал Курдюмов. Вот, уникальный человек прислал уникальный снимок. Видите, как я умею рассказывать. Вот. Он мне снимок это много дал. Дело в том, что мне однажды, я был шокирован. Жаль, в советское время, тогда я несколько десятков книг прочитал, когда увлекся. А они все те же, про все тоже это. Ну, ясно, почему у нас и садоводство начало хереть из-за этих дебильных книг. Вот, как бы громко ни звучали эти самые должности и фамилии авторов. Вот. А там я одна меня поразила тем, что он особо не стал заморачиваться. Развесистая крона, дерево 15 лет примерно. Он взял автор, перевернул вверх ногами, назвал это корнями и присобачил к этому. Ну, то есть, понимаете, что если вот это вот, я показываю курсором, если вот это вот крона, представим себе, что он такую же крону, но только более развесистую, разве такой, знаете, обстоятельно вверх ногами нарисовал. И назвал ее, это зеркально, назвал корнями. То есть, и заморачиваться не стал. Ну, а дальше уже с умом рассказывал о строении корней, о их, так сказать. Ну, дальше все правильно. То есть роль корней и как они работают. Дальше все правильно. Вот. Ну а здесь, почему она нам нужна? Это мы уже проходили, не хочу повторяться, неудобно. Вот. Ну теперь вы видите, что такое дерево и какие. И теперь вы должны понимать, я уж не хочу возвращаться к прежним вебинарам, но когда семечко, если все-таки взойдет, оно знает, что вот здесь вот оно будет искать какой-то минерал. Вот. Здесь чего-то будет искать и найдет. И вот тогда вот это комплексный обед, я его так называю, вот это вот поверхностные корни, вот это глубинные корни, которые ищут минерально-солевой раствор. Вот, когда здесь дождя нет, ничего, выживут. И в общем, я что сделал, смотрите. Вот. Я нарисовал, как работают 100-метровые деревья, как поднимается вода. Значит, здесь, где ребенок у меня высасывает воду, вот она, никакого нет этого самого. Перепад вот тут и вот тут, никаких не 10 страшных атмосфер, которые расплющили бы нас в лепешку, и следа бы не оставили. А разница тут 0,000 атмосферы, поняли, да? Здесь то же самое происходит. Ну, не мог я это. Они все-таки так говорят, ну что такое, до сих пор установить не могу. Вот точно так же. Итак, вот это глубинные корни, а вот это корни, которые расположены чуть выше, вот, и они так начинают работать. Вот, если здесь идут особые сосуды, это в принципе, речь идет, что все это внутри корней, вот эти вот, это жирным, я просто сам схематично, сюда попадает, проходит крону, и давление пошло. Да, кстати, чаще всего на осмотическое давление ссылаются, говорят, что благодаря ему. Ну, я так представил себе, за счет разной концентрации будет подниматься вода. С чего бы это? Нет, тут нужно все проще. И вот получилось так, что вот она поднимается. Ну, естественно, нигде вот эти линии, а вот тут в корнях. Поднимается, поднимается, поднимается. Вот. А это и она опускается уже, ну, в этом же штамбе есть сосуды, которые направлены вниз, и вот сюда. Вот. Для чего я это говорю? Не только чтобы похвастаться, что для меня делать открытие, это, так сказать, ну так сказать, чуть ли не по графику. Вот. Дело в том, что это роль центрального корня, понимаете? Это я о роли центрального корня. Вот. Вы видели, я сегодня специально готовился, но я не успел, немножко времени не хватило.
Вот я ходил, у меня черешня еще несколько деревьев. Верхушечки, вот тут вот сухие ветки торчат. Понимаете? Вот я хотел их использовать для этого доказательства. А то купят саженец, центральный корень обрублен, а еще научат специально обрубить. И потом сказки рассказывают, когда говорят, это сотни, сотни. Это такое впечатление, что вот все эти бесконечные источники, их сотни этих журналов и газет, им обязательно задают вопрос. Саженец рос, 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 у него начал осыхать, естественно, сверху. В чем причина? Или заболели листья? Естественно, самый верхний. Вот. И так далее. И обязательно вот, возьмите раствор, у вас манилиоз, у вас это там, уже названия такие появились. Это все тот же, все, да, все те же грибные болезни, вот, которые ослабленные эти поражают листья, ослабленные ветки. Вот. Это все грибные болезни. И везде, ну, пересаженное дерево, ну, калека, ну, что вы хотите? Ну, опять я начал повторяться. Вот сам принцип. Просто когда-нибудь ученый скажет, Господи, да вот же, оказывается, что проще всего-то. Вот, потому что это я еще так изобразил. На самом деле перепад может быть несколько сантиметров, а значит, не давит никакая эта самая страшная сила на дерево и не раздавливает его, и не препятствует прохождению этого раствора.